20 января 1906 года в Томск прибыл новый губернатор – барон Карл фон Нолькин. По отзывам современников, настоящий пес государев, уничтожавший любую крамолу. Например, он закрыл Томское общество попечения о начальном образовании. Здание бесплатной библиотеки отдал Томскому союзу русского народа, приостанавливал издание газет и журналов. Нолькин управлял Томской губернией почти 3 года. В 1933 году в этот день постановлением коллегии Наркомата просвещения гербарию Томского университета присвоено имя Порфирия Крылова. Крылов – основатель и первый хранитель гербария. Его силами в многочисленных экспедициях по Сибири и Алтаю собирались экспонаты этой уникальной научной коллекции. 20 января 1961 года открылся первый областной съезд работников культуры. В нем участвовали 800 человек. Как сообщалось на съезде, к этому дню в Томской области работало более 500 клубов и домов культуры, более 500 киноустановок, примерно столько же библиотек и красных уголков. Разрешите представиться, Вознесенский. В 1973 году в этот день во Дворце зрелища спорта свои стихи томичам читал поэт Андрей Вознесенский. Я занимаюсь биологией стиха. Есть роли более пьедестальные, но кому-то надо свои стопника. В 2012 году, 20 января, в Томске открылся первый в городе детский сад, построенный по уникальной энергосберегающей технологии. Уникальность в том, что здание отапливалось за счет тепловой энергии Земли.